Весь экипаж российского судна «Механик» Чеботарев, задержанного в Ливии, совсем скоро сможет вернуться на родину. О том, что процесс освобождения команды практически завершен, сообщили сегодня чеченские власти. В этом регионе, как ранее отмечали в МИДе, оказывали действенную помощь дипломатам, которые, в свою очередь, с первых дней задействовали все возможности, чтобы вызволить соотечественников. Участие в переговорах с непризнанными ливийскими властями принял лично Рамзан Кадыров. Он встретился с главой так называемого ливийского национального конгресса, который прилетел в Грозный по специальному приглашению. Туда же, в чеченскую столицу, доставили матроса Павла Магатина, который был отпущен одним из первых. В середине сентября самопровозглашенное правительство Ливии задержало танкер якобы за контрабанду нефти. Доказательств предъявлено не было, но судно отбуксировали в порт Мисрат и до сегодняшнего дня удерживали там вместе со всей командой. Сейчас посольство России поддерживает постоянный контакт с экипажем.